Мы все применяем на себя маски, которые нам удобны, в которых мы стараемся чувствовать себя комфортно. Пытаемся таким образом влиться с этими масками в социум и остаемся лишь сами собой только тогда, когда приходим домой, в одиночестве. Открытой душой и открытой к общению Николай Басков провел пресс-конференцию со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ и с региональными СМИ Татарстана. Потому что у меня есть любимое дело, у меня есть любимое детище, созданное на сегодняшний день. И я обожаю встречаться с людьми, обожаю общаться. После 7-летнего перерыва народный артист России Николай Басков представляет новое, яркое, поистине грандиозное шоу «Игра» в постановке знаменитого режиссера Алексея Сеченова. Уникальные декорации, эксклюзивные костюмы, специальная постановка для каждого номера, грамотное и очень интересное театральное представление, где каждая песня – это отдельная история, сказка с графическим оформлением на огромных экранах, десятки танцоров, актеров, циркачей. Но я создал шоу, к которому шел все это время – которая мне самому доставляет какое-то внутреннее удовлетворение, удовольствие. На это ушло мечтаний года 3. После созданного я понял, что я артист, я соскучился по публике, я соскучился по зрителям, и что, может быть, я созрел за это время, накопил в себе совершенно немного другого человека, не который предстает на экране, не который имидж, созданный за все эти годы. Общаясь с прессой и студентами, Николай Басков делился историями своего успеха, мнением о телевидении и журналистах в целом. И самое главное, этот человек занимается тем, что ему нравится, любит свое дело и советует каждому вносить в свою жизнь какой-то вклад. С каждым днем старался быть лучше. Если он становится хоть на грамм лучше для себя, то и в его жизни все складывается по-другому. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.